Дорогие друзья, делюсь с вами домашним рецептом ромовой бабы с шоколадной глазурью. Рецепт несложный, результат очень вкусный. Давайте посмотрим, какая она в разрезе. Пушистая, ароматная, сдобная, шоколадная глазурь. Ой, это просто вкуснотища. В молоке растворим дрожжи. У меня свежие дрожжи. Если вы возьмете сухие, надо их взять в 3 раза меньше и посыпать сразу в муку. Молоко должно быть теплым, но не горячим, иначе дрожжи просто сварятся. Вот, аккуратненько растворяем до однородности, до растворения дрожжей. В чашу миксера отправляем соль. Подробное количество напишу в описании под видео. Яичные желтки. Вливаем коньяк или ром. Сахар, ванильный сахар. Всю просеянную муку. На муку выливаем дрожжи, разведенные в молоке. Теперь миксером 5 минут взбиваем. Теперь в 2 приема добавляем сливочное масло. Масло должно быть мягким. Добавили, перемешали, еще раз добавляем. Тесто стало однородным. Добавляем оставшееся сливочное масло. Снова перемешиваем до однородности. Добавим промытый обсушенный изюм и еще немного перемешаем. Теперь форму для выпечки смазываем растительным маслом. Середину я обернула листом пергамента, чтобы было удобнее вынимать. Форму подпыляем мукой. Перекладываем тесто в форму. Тесто у нас не густое. Так вот по кругу стекает. Разровняем тесто с помощью лопаточки. Накрываем тесто пищевой пленкой. С помощью ножа делаем отверстие. В теплом месте оставляем подходить. Тесто подходило 1 час 45 минут. Прекрасно поднялось. Теперь его можно выпекать. Духовку я разогрела на 190 градусов. Буду выпекать ориентировочно 45 минут. Готовую бабу достаем из духовки, проверяем шпажкой, она совершенно сухая. Я положила ее на полотенце влажное и оберну форму, прислоню полотенце, чтобы потом легче извлечь. Когда баба немножко остынет, мы достанем из формы. После варенья добавим горячую воду. Перемешаем. Добавим ром или коньяк, снова перемешаем, у нас будет готова пропитка. Я достала бабу из формы, поставила ее на решетку. Теперь буду покрывать сиропом. Буду просто промазывать бока. Баба у нас воздушная, нежная. Я не люблю слишком влажные бабы ромовые, поэтому вот просто пройдусь по поверхности кистью. Для глазури сахарный песок и какао-порошок хорошо перемешиваем. Добавляем горячее молоко. Снова перемешаем. Поставим на небольшой огонь. Поварим несколько минут. Надо все время помешивать. Нагреваем до тех пор, чтобы сахар хорошо растворился.
Теперь добавляем сливочное масло. Хорошо перемешиваем. Готовим до полного растворения масла и сразу снимаем с огня. Хорошо перемешиваем. Получаем блестящую помадку. Даем остыть до комнатной температуры. Наша баба уже прекрасна. Можно на этом остановиться. Просто посыпать сахарной пудрой, украсть ягодками. Будет очень вкусно. Но мы еще покроем ее и глазурью шоколадной. Глазурь остыла. Такая тепленькая комнатная температура. Она загустела. Теперь будем покрывать ей нашу бабу. Сверху поливаем ложкой, она будет растекаться сама красиво.